Как вы помните, в прошлой серии герои погибли в башне с монстрами, и это нельзя было просто так оставлять. Поэтому план на сегодня таков: построить неприступное убежище, собрать ресурсы на первое оружие и броню, зачистить ту самую башню и исследовать мир. И чтобы вы могли помогать нам с этой сборкой, ссылку на нее я оставлю в телеграм-канале, так что досматривай этот ролик до конца и качай сборку из телеги. Ну и начнем сразу с постройки дома. Я не хотел выделять этому целую серию, поэтому я очень быстро накопал нужные ресурсы, и по советам из комментариев я решил, что будем строить дом под водой. И тогда, когда вся работа была закончена, появился он. Ну что, с дома мы вопрос решили, и в чем еще самый прикол? Пока я тебя ждал, прямо сюда пробрался один какой-то стрёмный моб, поэтому мы 100% сейчас максимально прокачиваемся тем, что крафтим броню. Ну что ты делаешь с дверью-то? И мы идем первый раз разрушать ту самую башню, от которой мы шарахались в прошлый раз. Все, мы полностью одеты, поэтому погнали. Так, да. Это же дом из стекла, да? Да, все верно. Логично подумать, если сделать, например, одну дырку, то... Нет, не смей! Знаешь, сколько я это строил? Не-не-не, не надо! Это так просто, ну... Смотри, Олег, сейчас не до шуток. Чтоб ты понимал, почему... Ну ты дебил, ну что ты делаешь? Застраивай теперь! Вот, у нас теперь водичка есть. Зато, ну ты школьник. Зато родник, ты просто не понимаешь. Охренительный этого. Родник! Хорошая вода зато. Офигительная, пойдем, нам нет времени до шуток, нам реально надо идти и разрушать башню, потому что башня рядом, и оттуда к нам идут монстры. Вот от этой башни мы в прошлый раз шарахались, мы убили здесь скелета, поэтому мы полностью можем его лутать, и что самое жесткое, на самом верхнем этаже нас ждет какой-то микробосс, чисто по идее. Нет, не хочу, нормально, не нормально, надо. Нормально, надо вот просто, ломай спавнер, ну у тебя кирка для чего? Ну пауки тут, блин. Да что? Давай, проходи, не бойся. Ох, он отравил меня. Так, а, ладно, отравлен. Я спавнер фаста ломаю. Пожалуйста, я отравлен. Нормально, нормально, и так выживешь. Пауки тут слишком опасны. Никакие-то... Да, это согласен. Все, нормально, лутай сундуки, которые здесь есть, я пошел наверх. Монстра, уголь, морковка. Оно хорошо. По факту не так сильно надо. Так, здесь скелеты, да? Да. Браток, иди в задницу. На мне что-то наложилось. Фига. Подожди. В броне какой-то жесткий. Нет, это не броня, это дефолтная штука. Так, еще металл, отлично. Разбитый и вот семя хаоса, кстати. Вот эта тема нам понадобится, насколько я знаю, в крафте дальнейших предметов. Здесь начинается наверх. Жопа. Потому что иду. Именно здесь находится какой-то... Это слишком жесткий маг, подожди, дай я вот это... А, на мне медлительность наложили. Замедление 20 секунд. Олег, аккуратней будь. Сзади тебя... Да, это не я. Нормально. Ты тоже такой же. Подожди, отойти надо. Отходи, отходи пока. Нам надо прокопать хотя бы вот так вот проход. Прокопай над собой какую-нибудь часть. Да-да-да-да-да. Вот это фак, у меня глаз какой-то. Это нормально. Эта тема накидывает на тебя замедление. То же самое, то, что делают стражи в этом океанариуме, или как он там называется. Че они такие жесткие? А, маленькие скелеты! Малой, иди в задницу! Все нормально, этого я уничтожил. Так, ну по идее, нам просто надо туда сейчас забегать, убирать спавнера. Скелета рассыпал. Так, подожди, я ломаю вот эту штуку. А, на мне это хрень. Да вот убить вот этого. Фиг. А, дети! Давай, молодчина, все, мы этого убили. Детей, бей детей. Помоги! Помогаю. Одного убили. Все, отлично, спавнер. Где-то спавнер был, его надо сломать. А, все, ты сломал, молодчина. Так, берем вот это, кусочки темного. Кстати, эта штука нам понадобится, потому что из него... Что за мелкий? Так, ладно, пойдем, еще есть высший этаж, только я не знаю, что здесь выше? Будет. А вот мелкий. Здесь летает. Еще один! Это только сильнее, как будто... он очень больно дает. Подожди, у меня плохо. У меня 3 хп, я подожду. А вот тут здесь зелье какое-то варит, смотри. Пиздюков каких-то. Зелье вот этих магического... Надо убить, Олег. Первого убил, у меня 2 хп. Тут есть зелье, моментальный урон 2. Только не кидай его в меня, пожалуйста. Почему? Пока, ну, ты прочитай, как он называется. Ну, не-не-не, тебе оно не надо, Олег. Зелье вред... Подожди, а вот это что такое? А, на меня опять эту штуку нужно... Ладно, пойдем наверх. У меня хп, ладно, половина, только восстановись. У тебя сколько хп? Почему я прыгаю выше? А, потому что накинулось... А, это потому что луна будет типа такая. Давай, пойдем, проходим. Сюда пройти-то адекватно. Чё это за пись? У меня голод уходит очень сильно. Мне уйти надо, я понимаю. Это нет, это слишком жестко будет. Как будто бы можно попробовать извне как-то туда пройти, потому что, ну, мне реально кажется, очень сложно. Вот у меня сейчас эффект должен спать, все, плавно. Нет, плавное падение не то. Утомление, подожди, утомление меня, да? Да, мне надо прождать еще 10 секунд, и тогда я смогу прокопаться, по идее. У меня херабрин за мной где-то смотрит. Херабрин? Да, он пишет мне I see you. Подожди. Нет. Сколько? Все. Да блин, он опять накинул эту фигню.
Не, я не знаю, как мы сейчас будем до конца проходить, если мы по факту в железной броне, ну, конкретным образом, ну, ничего сделать не можем против того босса. Но насколько я знаю, из него может упасть какой-то посох, который в дальнейшем нам поможет. Да опять на меня накидывает. Я его бью. Давай, я падаю, я бегу. Помощь бы. Давай, Олег. Били его, не? Нет. Мне кажется, ты зря туда пошел. Нормально. И они спавнятся, как будто их больше становится. Да, он больше их призывает. Они вообще, они заканчиваются или нет? Эти придурки пока на тебя направлены. На пол хп. Олег, еще это... Нет! Да, фастом бегу, Олег, просто добивай его быстрее. Все, я вещи забрал. Я ли как прошел? Да я не знаю, сколько раз по нему попасть. Надо убивать именно его, потому что он именно спавнит. У меня два сердечка. Хилься пока. Просто хилься, они на тебя загрин. Убил! Найс. Все, малых осталось, убейте все. И мы пошли наша. Пожалуйста. Давай. Все, отлично. Наконец-то. Мне из него выпала сфера призывателя. Я в душе не знаю, что она нам будет давать, но как будто бы. А когда как прошел туда, я что-то не понимаю. Я просто перепрыгнул через лестницу. Вот сюда иди. И shift нажми. Вот здесь, вот, Олег. Вот, shift. Все, молодчина. Все, отлично. Первый. Ой, тут дропа, Олег. Очень темный стержень какой-то, еще железо, еще кожа монстра. И у нас сейчас за окном. О, фига, еще яблоко. Причем это большое зачарованное яблоко. Тебя бьет что-то? Что бьет? У меня это проклятие! Нет! Подожди, я понял, что за проклятие. А ты это вещи, проклятие. Ты вещи не забрал. Какие? Вот, шлем и это вот сундук закинул. А, спасибо большое. А, я понял, в чем прикол. У этой башни есть тема, то, что она не дает себя разрушать только поэтому. Нет, Олег, комар! Много! Нормально? Так, вообще, по идее, нам лучше всего выбираться отсюда. Донести все шмотки, которые мы выше же. Да, выше же нельзя уже, да. Все, поэтому мы просто сейчас, ну вот только как нам отсюда свалить. Ладно, просто пробегай, просто пробегай быстрее мимо и все. У нас есть. Нет. Почему нет, на меня Эндер заагрился? А, он на тебя. А ты зачем ему в глаза смотрел? Я не смотрел, я плевать, просто. Это что? Ты кто вообще? Ты какой-то ураган? Я вижу. Артем, я в дом иду. Блин, здесь слишком огромный монстр. Я домой иду. Там монстр сбил. Через люк, Олег, можешь. Вот здесь вот, да. Всё, не... я дома, что ты мне делаешь? Все, отлично. Ты подожди. Сюда, если что, может тэпнуться этот твой типочек. Подожди, там был какой-то огромный монстр, который, вон он идет. Бать, ты кто вообще? Ты видишь это? Не вижу. Олег, над нами прям. А, вижу, реально. Ты кто? Алк. Тогда я вечно. А, это орк, скорее всего, потому что он с дубиной и такой огромный. Так, окей, мы скидываем абсолютно все. И мы точно сейчас продолжаем наше вот это путешествие ночное, потому что ночью происходит самое интересное, как по мне. Так, все, что не надо, это схватить хлеба. Возьми хлеб, если надо, вот здесь вот. Давай, хватаем просто рандомные блоки и погнали изучать дальше, что у нас вообще здесь есть. У меня какой-то стук сердца начался. У меня тоже. Я домой. Блин, быстрее! Это ты, я испугал меня. Подожди. Что за... Что происходит? Наверху, Артём! Смотри, над нами, что? Ты кто вообще, демон? Не, вот реально огромное спасибо за то, что вы нам сказали, чтобы мы строились под водой. Потому что я только из-за этого пошел строиться под воду, и по факту нам это реально помогает. За нами охотится какой-то... Я не знаю, кто это. Это птичка какая-то. Нас просто... Можем по идее, друзья, мы можем поспать? Давай. You can sleep. А, я понял, за нами Херобрин охотится тем, что... Кто это? Иди нахрен, большой зомби. Поставь кровать свою, давай попробуем поспать. Да, можно поспать. Понял. Не могу. А, подожди, а почему? I'm watching you. Готов на раз, два, три ложиться спать. Иди сюда. Просто на кровать кликнуть. Один, два, три. Давай. Монстр рядом. Да кто мешает? У меня все потемнело вообще. Я почему летаю? Я не понимаю вообще. I'm watching you. Где ты, Херобрин? На улице где-то падал, ну, смотрит. Как будто бы да. Гада схавать так, надо. Можно мы уснем, ну пожалуйста. Да, надо как будто бы вот сюда вот приделать люки, через которые можно будет убивать этих мобов. Люков, да, 10 осталось. Я хочу, чтобы наступил день. Жди, а что у меня? А, какой-то неизвестный эффект. Улыбочка на 30 секунд плюс тьма, которая постоянно обновляется. И почему-то мне кажется, что она не пропадет до дня. Кстати, что делать? Главное падение, да, оно просто, оно по КД. Ну это еще нет. Это... О, можно спать, можно спать, быстрее. Вообще, о, нам наверх, надо... Посмотри! Что там? Кто это? Не, ну это по идее просто, ну, житель зомби. Еще, можем, пойдем орка вот этого от... По приколу. Пойдем, мне кажется, он вообще слабенький. Только он почему-то под водой ходит вообще, ну, типа, налегке. Так, подожди, с этого здоровосека я убил. Так, я половину твоих шмоток забрал, поэтому пойдем дома сейчас отдам все. Ну, что-то еще валяется. Дома. Нормально, я его сейчас убью, не переживай. Наверх поднимись. Так. Срочно. Что там? Смотри вперед.
Это кто? Это SCP не кажется? Ты вот это в этом... Это не из Lethal Company, чел, который ходит. Будем бить его? Ну, как будто бы можно по приколу. Да, попробуем. Там мы еще арт слева. Походу... Нет, тут слишком много новых каких-то мобов появилось, которых мы не встречали даже в прошлый раз. Я за штанами поплыл. У него звуки! Так, подожди, он очень медленный в воде. Олег, он меня очень сильно бьет, но в воде он медленный. Мы должны этим пользоваться, 100%. Я не знаю, кто это. Так, Олег, подмани его сюда, ко мне. Давай, давай, придурок. Ты думаешь, уверен? Он на один блок как будто бы не может. Либо... Нет, он двигается ко мне. Подожди, отойди, отойди, отойди. Да я его пробую убить. Не надо его на себя забайтить. Кто ты мне... Бей. А, нифига, чего? Сзади, сзади. Он ни хрена себе прыгает. Он убил чего? Он стычки меня убил. Подожди, он здесь где-то еще живой? Нет, все, он это... А, все, он... Подожди, он убил меня и... Пропал? И умер, да. Я не понимаю реально, что это за бред. Возможно, кстати, я не знаю, объясните вот эту тему в комментариях. Может быть, это вот эта новомодная штука с SCP, какие-то лабораторные типы, но... Об одном таком же нам говорил, если чё, вон тот житель, которого мы встретили в конце, нет, в середине где-то прошлой серии. Вот, смотри, я стою рядом, она поговорить не с ней? Поговорить можешь попробовать? Нет, а как? Кого, мой френд? Подожди, может, хлеба можно едать? Хлеб будешь? О, видал, добрый, добряк. Гнилую будешь? Да, может, поводок сделать, чисто приручить орка? Ага. Короче, что мы делаем? Добываем алмазы, либо идем дальше путешествовать, смотреть все вот эти вот башни. Что ты хочешь? А, ты у меня спрашиваешь, да. Все, отлично, нужно. Тогда вон, мы видим следующую башню, доберемся и включимся. Смотри, по окнам это, кстати, не такое же здание, которое уже рядом было. Нет, это 100% такая же башня, которая и была в прошлом раз у нас, который мы первый сегодня обчистили, но здесь как будто бы не будет вот этого, я не знаю, лича, давай его так назовем. Вот этого лича, да, здесь не будет. Здесь есть каменный какой-то кузнеческий шаблон. Не знаю, для чего он нужен. И как будто бы все, башня максимально пустая. Нет, подожди, кого-то я все-таки слышу. А, здесь есть зомби. Ну да, я же говорил, что они какие-то уже гнилые, Макс. Офигеть! Понял, что за зомби? Ты убиваешь сначала зомби, из него появляется скелет, убиваешь скелета. Нифига. Ладно. Паук, иди в жопу. Пауки, отлично. Вас, вы так, ну здесь нет. Короче, ты это максимально нищая такая. А, вот изумруд. Ну, не кости заберем. Ладно, нормально. Все, этаж наверху. Давай, давай, давай. Ломай, ломай, спавни. Да. И да, здесь больше ничего нет. В принципе, не особо прибыльная, как по мне, башня. Поэтому можем спокойным образом. Ну, отсюда ничего не видно, поэтому просто погнали искать другие башни. Мы нашли какую-то дырку. Это зомби. Подожди, нет, это зомби. Это когда-то был нормально в Риме. Чего это? Подожди, как будто бы... Да, внутри есть спавнер. Я с такими штуками встречался. Ой, что ой, тебя бьет? Гусеница. А, личинка. Нормально? Так, что, подожди, зомби? Вот здесь вот какой-то сундук. Много зомби. Сундук максимальный, ну такой. Ставь факела по мере возможности. И еще ниже, если что, можем вот здесь спуститься. Да. Блять, это что вообще зомби? С белыми глазами. Я, кстати, не знаю, в чем различие. Белыми глазами типочка и вот этого простого. Давай пойдем. Ладно, давай вот сюда. Мне кажется, выбор все равно. Ну давай. Исход, точнее, будет один и тот же. Нифига себе, тут лабиринт. О, так. Крипер! Нормально, взрывай! Найс, отлично, молодчина. Так, ну, мы попали, я фиг знаю куда. Это какая-то римская заброшенная... Катакомба. Да, заброшенная штука. Парни, идите нахрен! Ладно, нет, я понял, да, этот зомби просто сильнее, чем свои вот эти предшественники. Так, возможно, где-то внутри вот этой всей конструкции есть сундук, поэтому ищи. Подожди, мне интересно добыть сейчас... Спасибо! Олег, нет, большое. Нет, ой, нет. Вот спавнер. Все, убрал его. Подожди, что вот это за штука? Это у нас... Лок какой-то. Монстон кристалл. Так, из него ничего... Look behind you. Это где-то у нас, you, да. Он это... написал. Он просто пугает. Ничего интересного здесь мы больше не нашли. Наступает ночи, мне кажется, самое интересное только начинается. Смотри, у меня полностью забитый инвентарь. Нам надо пробраться домой. Ты помнишь, где дом находится? Не помню, а ты вот помнишь? В этом вот весь прикол. Я тоже не помню, где находится ой, дом. Ой, красная луна восходит, ёлки-палки. Это, кстати, пи***ть, Олег. Нам надо забираться куда-то и просто стоять, потому что мы не выживем на красной луне. Это самое опасное, что есть вообще в этом моде. Поэтому давай просто на гору за... Нет. Быстрее. Иди. Сзади, Олег, быстрее, беги, иди сюда. Там лицо. Да.
Олег, стройся быстрее, стройся просто быстрее. У тебя блоки есть? Он на меня спалит, иди сюда. На-на-на, я тебе скинул блоков, иди сюда, стройся ко мне. Не бойся, я просто контролирую. Я не понимаю, что это за лицо, что оно делает. О, стой, погоди, знаешь, что я могу сделать? Стой, погоди. Свука в него? Давай, точно в цель. У меня такой же чел появлялся в соло мире, когда вот первый ролик был, только он на кровати. У тебя еб. Удевается? Не знаю, нет. Куда он делся? Я еще выше поднимусь. Прекрасная луна. Нам, по идее, вообще, ну, тут не жить. Что-то пока что... Но она сейчас уже желтая, так. Я вижу что-то вон там вот белое. Но как будто бы не страшно. Блять, как будто бы можно попробовать сделать марш-бросок до дома, но я не помню только, где он у нас. Не-не-не. Нам пиздец, если что. Вот, вот сейчас нам точно пиздец. Это тот чел, который все ломает. Я вниз упал. Олег, держи блоки, я кидаю. Он на тебя тэпнулся. Олег, пока! Помогите! Я его бью! Всё. У меня сейчас кремак вылез на, все, на весь экран. Ну нормально, я тут поживу, ты пока... Я лучше дома посижу. Вот ты, если дома, просто скажи мне координаты. Я сейчас попробую до тебя добежать. F3 нажми, что у тебя вот худ, видишь, написано? Нет у меня координат, я не буду F3, тебе говорить. F3, ну пожалуйста, Олег. Минус 410. Так, ладно, насрать, просто побежали. Была не была, как говорится. Не добежишь, я уверен на 100%, не сможешь. Надо верить, Олег. Там тип какой-то безрукий! Меня тип летит и кислотой какой-то стреляет! Так, я на правильном пути? Да, я на правильном пути. Тут зомби! Пожалуйста, иди в жопу. Я вот прям жду это сообщение в чате, когда он умрет наконец. Это кто вообще такой? Кто-то стреляет там. Нет, 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 нет. Зачем я в Красную Луну вообще выбежал куда-то? Надо было сидеть дома, отдыхать и все. Нет, все гага, все гага, все гага, все гага, все гага. Иди нах! Гавелла? Блять, я твой рот поток. Да невозможно, блять, невозможно его просто убить. А я говорил, блядь, что мы, ну, прожили по факту только одну ночь. Ладно, давай, мы ложимся сейчас спать. И с этим обмундированием мы ни в коем разе не сможем противостоять всем мобам, которые находятся в этом моде. Поэтому сейчас мы спим и идем в шахту. Мы уже в шахте, ну, примерно, ну, мало. Но вот отсюда откуда-то доносятся какие-то странные звуки. Подожди, это руда какая-то? Не-не-не-не, это была не руда. Вот здесь где-то были странные звуки. Вот. I see you. Вот, 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 подожди. Нам нужна вот эта вот тема. Насколько я помню... О, нифига, это алмазы? Это не алмазы. Короче, здесь где-то рядом находится вот эта вот комната. Нам сейчас нужно обойти максимально по кругу вот это вот здание и понять, где туда? У нее вход. Вот, вот, вот. Вот эту тему. Ну я чё? Не знаю, как туда проходить, но вот, это вход. Подожди, вот, вот, вот. Видишь, вот этот вот сейчас посид... Аккуратно, подожди, аккуратно! Пол, 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 за полом следи. Вот эти штуки надо уничтожить, потому что они, когда цепляют тебя, они открывают лаву. Так, и ломай бидоны вот эти вот. Так, я что-то нашел. Я не знаю, что это. Осколки пластинки какой-то. Отлично. Давай, бей. Ну, бью. Бей, бей, бей. У него хп, ну, типа, много, мне кажется. Подождем, что? Блин, ну то, что сундук босса, это вообще забей, это бред какой-то. Ну, мне кажется, это понял, как живое хранилище, просто и все. Алло, Чубака, ты... Открываться будешь? Я не... Чё, с него прям чё-то хорошо? Да, хорошо, из него типа... что-то должно упасть, но вот что, я не знаю. Чего? У меня 6 алмазов, 2 золота. Олег, нам каким-то образом... Подожди, прежде ту спаван 4 фейк плеерс, что? Создать группу, название группы, допустим, ну я не знаю, ураган. Тип обычный, открытый, изолированный. Обычный создать. Подожди, если я... Ты что сделал? Я не знаю, видишь мою... А как мне тебя в группу добавить? Подожди. Не знаю. У меня есть какой-то скалк, карапас, пис. Не знаю, что такое. Эфириум гем какой-то. Подожди, есть а ну попробуй, вот зайди вот сюда. Вот. Ты можешь там. Да, все, мы теперь в группе. Не знаю, на кой хрен это мне. А ну скинь мне его. Мне просто интересно, что я могу с этой группой делать. А вот все, не скину. По идее, у каждого, вот у кого будет вот эта вот штука. Это голосовой чат. Короче, мы теперь можем общаться на расстоянии. Но мы в игре-то не общаемся. Ну вот да. Короче, я предлагаю сейчас отнести. А, подожди, мы не все сломали здесь, если что. Это еще большие кувшины есть. Короче, мне кажется, что с этим дропом 100% мы должны сейчас дойти до дома. И уже после... Кстати, уже после этого можно будет завершаться. Все, мы наконец-таки добрались до дома. И где у нас вот вообще весь сундук того, что мы сегодня добыли? Это примерно вот это вот все. Не, я не знаю, что... это еще не а, все. А, еще есть. Бам, насколько я помню... Бам, вот этот, бам. Нет, груда темного металла. Где-то еще темный металл есть у тебя? Кусок, осколок, вот, темного... Вот мне нужен темный...
Каменный металл еще, вот где он только? Вот, еще 12. Подожди, по идее, я могу из него сделать цельный металл, груда темного металла. Из этой груды еще есть? Нет. Вот что из нее делается? Надо прям посмотреть, темного металла. Темного металла. Из него делается слиток темного металла, но это нет. Бронепластины из темного металла. Вот это вот как крафтится. Короче, где-то нам нужно... А, подожди, а может нам это просто нужно переплавить? Возможно, кстати, нет, да. Не оно. Нет? Короче, честно, я не знаю, что надо делать с этими кусочками темного металла. Если вы знаете, то обязательно напишите об этом в комментариях. Как я и говорил, сборка будет в телеграм-канале. Поэтому разбирайтесь и помогайте нам. Пока.